Еще я хотел узнать по поводу вот хадиса, что Али и его шииты являются лучшими творениями. Да? Я хотел уточнить уже. Ну, о достоверности хадиса не хочу разговаривать, хочу поговорить. Да. А? Хочу спросить тебя о смысле этого хадиса. Можно? Смотри, я тебя спрашиваю. Али ибн Аби Талиб, алейхиссалам, следовал за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям? То есть он являлся шиитом, пророка? Вот, то есть шиа – следующий след, правильно? То есть пророк идет, а Али идет за ним. Было такое? Или Али мог завернуть налево, направо, не всегда следовал за пророком? Следовал за пророком, но как человек мог в чем-то, в каком-то вопросе ошибиться? Ну, фактически. Фактически следовал. Следовал. Теперь говорится, что тот, кто следует за Али, следует за пророком, потому что Али следовал за пророком. Все шаги были те же самые шаги, которые пророк предпринимал, правильно? Теперь получается, что шииты Али являются шиитами пророка. Я тебе задаю вопрос. Шииты пророка. Али сам шиитом пророка является, да, тоже? Шиит в смысле, что следователь, последователь. Тот, кто следует за ним. А другие сподвижники тоже являются шиитами пророка. Я не говорю про других сподвижников, я говорю про Али. Я говорю, теперь спрашиваю. А шииты пророка лучшие творения или не лучшие творения? Шииты пророка, если ты это слово переведешь, а не будешь говорить шииты. Шииты, нет, я говорю в буквальном смысле, то есть те, которые следуют по пятам. А если ты переводишь слово, что те, которые следуют по пятам, шии, то это правильно. Да, то есть они лучшие творения, правильно? Те, кто следует по пятам пророку, они на правильном пути. Правильно? Конечно. Так значит, получается, те, кто следует по пятам Али, они лучшие из творений, правильно? Как и те, которые следуют истинным следованием, да? Нет, я говорю сейчас про Али, понятно, да. Хорошо, если так, я... Так почему же вы этот хадис отрицаете? Подожди, получается... Очень интересно. Еще в начале говорил. Я всегда готов, чтобы. Говоришь недостоверный хадис, идем дальше, оставляем. То есть ничего не так договариваем. Но это потом покажем, нету проблем.